Когда была прорвана Каховская дамба, вооруженные силы совместно со всеми экстренными службами вошли в тесное взаимодействие. Сразу была организована эвакуация населения с подтопленных районов, а также тех, кто люди, гражданское население, которое отказалось, ну, не захотело по тем или иным причинам эвакуироваться, доставлялось им продукты питания, питьевая вода. Мы обработали порядка 30% затопленных территорий. Обработка происходит специальными дезинфицирующими растворами, которые предотвращают распространение опасных инфекционных заболеваний.